Здравствуйте, друзья. Хотел бы сейчас поделиться с вами своим опытом по изготовлению зимних блесен. Данный способ, наверное, считается нетрадиционным, в отличие от того, когда блесна напаивается с помощью паяльника. Свои первые блесны я делал именно так, в смысле напаивал. Этот способ хорош, но требует умения и навыка обращения с паяльником, да и вообще нужны, собственно, прямые руки. Напаивать хорошо небольшие блесна, с большими сложнее. Можно перегреть, его просто стечет. Да и тяжело делать всегда одинаковые блесна. Ну, в общем, кому как. В общем, решил я упростить классический способ. У меня есть проверенная рабочая форма окуневой блесны, которая примерно 4 с небольшим сантиметра и около 5 граммов, 5 граммов весом. Значит, суть метода изготовления следующая. Изготовить многоразовую форму заливки для конкретной блесны и просто в будущем отливать, собственно, эти блесна в этой форме. Значит, как я это делаю? Точнее, как я это сделал. Берем пластиковый контейнер. Ну, или что-нибудь там в этом духе. Значит, в качестве изготовления заливочной формы подойдет строительный алебастр. У меня уже есть два эталонных шаблона для будущих блесен. По первому я врезаю всегда одинаковые пластинки, а по второму он, в свою очередь, имеет нужный радиус загиба. И я загибаю пластинки, которые вырезаю. Вот. То есть они, как бы, всегда получаются одинаковые. Значит, в этой новой пластине, которую вырезаю, уже сразу просверливаю отверстие для колец. Значит, делаю радиус по эталонной пластине. Далее делаю темпер для заливочной формы. Это нужно сделать, естественно, только один раз в самом начале. Для этого я взял свечку и накапал парафином на пластину. Здесь не торопитесь, парафин не так быстро затвердевает, поэтому слой накапали, подождали минутку, накапали, подождали и так далее. Затем обработал напильником, придав темперу нужную форму. Разводим алебастер водичкой до состояния такой вот сметаночки, такой как плотненькой. И темпером делаю отпечаток в этой заливочной форме. После того, как алебастер полностью застынет, ну, так примерно 20-30 минут, удаляю парафин из формы. Можно аккуратно ножом, можно кипятком, я сделал это шилом. Делаю сквозное отверстие в форме, для того, чтобы удобнее было извлекать болванки блесен. Значит, дальше необходимо залудить пластинку, которую мы предварительно вырезали. Значит, с помощью, естественно, паяльничка, как бы олова. Так, кладем эту пластину в заливочную форму. Подготавливаем необходимое количество олова. Там 5 грамм у нас, да? Ну, чуть больше, чтобы обработать можно было. И расплавляем его хорошенечко. Я сделал это на электрической плитке, но лучше все-таки это делать на газу. Смысл в том, что нужно как можно лучше, сильнее нагреть олово. Для того, чтобы в один проход залить форму заливочную. И олово хорошенечко растеклось по форме. Это важно. Много, причем не лейте, чтобы меньше было работы напильником. Как только олово застынет, и остынет, соответственно, принимаемся за напильник.
и доводим болваночку нашу до нужной кондиции. Значит, поработали напильничком. Олово, к счастью, легко обрабатывается. Просверливаем до конца отверстие. Отполировываем шкуркой, значит, нашу пластину. Далее импровизация. Можно все-таки оставить. Можно покрасить нужный цвет олова. Я, например, делаю так. Беру декоративные блески. У жены взял автомобильный лак. Им же грунтую. Через какое-то время покрываю еще раз. И посыпаю блесками. Посыпаю блесками. Пока лак не застыл, естественно. То есть он так как бы прилипает они. И потом еще раз, несколько раз покрываю лаком. Лаком. Как все это застывает, наверное, все-таки сутки должно пройти, лак хорошо встанет. Оснащаю все это дело тройничком. Ну, собственно говоря, все. Добрый путь. Не забывайте полировать в данном случае латунную пластину перед каждой рыбалкой. Это тоже важно, чтобы она блестела. Вот хорошо отполированная, это вот можно практически видеть свое отражение. Вот паста Гои очень хорошо это делает. Данный способ позволит, на мой взгляд, могу ошибаться, достаточно просто делать всегда одинаковые блесна. Главное, найдите свою форму блесны и необходимый вот этот вот тот самый радиус загиба. От этого зависит, как будет играть ваша блесна. Сыпаться елочкой, уходить в сторону. Не должно быть ни в коем случае перехлестов и залипаний. Ну, сначала дома там вид там ванной обязательно, потом уже как бы делайте форму заливочную и как бы и вперед. Ну, собственно, удачи вам и ни хвоста вам, ни чешуи.